Что, всем привет. Что-то я уже целый день, два дня не снимал. А, смотри, сейчас после обеда мы все думали, где же тут, ну, кафетерий или вот в нем, ну, кафетерий наверху, а где можно покушать пироженки всякие вкусные после обеда. Смотрите, после обеда вот здесь в лобби накрывают. Здесь выносят всякие пирожные, бутербродики всякие. Можно покушать. Смотрите, фрукты, порезанные, целые, рыбные печеньки. Как в нашей молодости раньше были. В общем, так здесь можно покушать. И наверху в баре есть кофе вкусный. Ну и здесь внизу есть тоже кофе. Это, конечно, очень правильно сделано. Вышел после обеда, прогулялся и пошел есть печеньки, пироженки. Все сидят, пьют кофе, чай. Я тебе покажу, что здесь в баре. В основном вот этом, который в лобби находится. Здесь есть разные напитки. Есть как платные, так и бесплатные. А из бесплатных... Ну, шампанское, вино, пиво, это понятно. И из оригинальных напитков можете заказывать Гавану Клаб или Кэптен Морган, когда он кончается. И Red Label. Это то, что из этих напитков и бесплатно. В принципе, во всех барах такой. Вот. И все остальное за отдельную плату. Мне кажется, этого достаточно. Джин у них местный. Что еще? Ну, еще когда подходите и говорите, можно мне коктейльчик какой-нибудь там, пинколаду, они могут налить вам местный ром. Поэтому уточняйте или когда вы заказываете. Hello. Когда вы заказываете и говорите, что вам, допустим, пина колада, вы из Гавана Клаб. То есть, чтобы вам лили не местные напитки, а импортные, они как бы лучше, потому что голова не болела и чувствовали себя потом лучше. Я вообще не рекомендую местные пить. Ну, кто-то пьет, кому-то все равно. Вот. Ну, от них какое-то такое состояние может быть. Неопределенности. Это, конечно, зависит от того, сколько выпить. Классно здесь все время, конечно, каскады такие красивые. Ну, там будет каскад, если вы посмотрите. Сегодня у нас погодка не фонтан. Я поэтому сегодня ничего не снимаю. Вчера я снимал вам видео, которое вы видели практически онлайн, вот, из Турции. Я так понял, что вам нравятся такие информативные видео там про погоду, про ситуации. Там у нас ситуация была связана с определенными политическими и ситуацией здравоохранения. Там, я не знаю, что сейчас происходит, когда вы смотрите это видео. Это будет, наверное, спустя месяцок, а может и больше. Вот, потому что основные видео выходят с задержкой, пока все смонтируешь, пока все склеишь, пока все сделаешь. Вот скоро будем подводить плюсы и минусы по этому отелю. Вот. Чуть-чуть попозже. Ну, возможно, у вас все это будет в одном видео. Вот. И я вам снимаю все то, чего я еще не снимал. Есть еще пару, несколько моментов даже интересных, хороших, которые надо доснять, я вам сниму. И, скорее всего, это будет, наверное, это вот видео заключительное. Потому что в одно и то же я стараюсь уже не снимать. То есть потом просто неинтересно смотреть, да? Или да. Или снимать. Пишите. А, я пришел кофе заказать, я чуть забыл, зачем я пошел. Пошел за кофе, думаю, дай-ка я сниму. Вот этот бар, вот вечером тут люди сидят за барной стойкой, там вот вечер музыка живая. Да, и можно здесь просить орешки во всех барах и на улице, и здесь. Чипсов не было в этот раз, орешки есть. Орешки тоже разные, кукуруза там, и арахис, и местные вот эти виды орешки. И звучит тут прекрасная музыка на фортепиано. Сейчас забрел из черного выхода. Такую шикарнейшую панораму из отеля. Все как на ладони просто. Калейчи в ту сторону. Пляжи все. Вся Анталия. Надо же такие черные выходы делать с таким прекраснейшим видом. Здесь надо было обычные номера делать. С отель получается как боком стоит вообще, на этот фалес. Или фалес, как его правильно не смотреть. Они отель так вот боком расположили. Вид тут просто потрясный. Это я вышел так с ноутбуком, Wi-Fi половить, чтобы видос загрузить на YouTube. И я закрылся. Тут можно только с той стороны открывать, дверь была приоткрыта. И она обратно хлопнула и закрыта. Здесь все такое ограждение, растекло. Все, нет, тут не выбраться. Сейчас подзвонишь, чтобы кто-нибудь меня пришел, открыл. Чтобы объяснить, где я нахожусь. Все, попадос. Я застрял на балконе. Остается только вот здесь какие-то, я нашел люксы, полулюксы. Туда проникнуть и там жить. Я, главное, еще в тапочках вышел, в кроссовках. Хожу тут по лестнице, блин, нашел какую-то лестницу, хожу, но все этажи закрыты. В общем, в итоге я спустился вниз на балкон. Здесь такая панорама шикарнейшая, со всеми бассейнами. Сейчас пойду туда, через кафе, в таком виде, в тапочках, с ноутбуком, в майке. Ничего, нормально, хорошо, хоть не в халате. Хотя в халате тоже в отеле можно ходить, бродить. Никто ничего не скажет.
Еще бассейн открыт, подогреваем, поэтому это нормально. Вообще я без карточки. Буду кататься, пока кто-нибудь с карточкой не зайдет. Вверх нельзя поехать, только вниз можно поехать. Зато у вас есть возможность насладиться красотой этой. Здесь сотрудники ходят, я говорю, дайте мне карточку, ставьте ее на 8-й этаж отправить, они говорят, не отправим, еще идти на ресепшн, просить там вторую карточку. В общем, понятно, как люди живут на 3-м этаже, хотели свою карточку ставить, чтобы меня на 8-й отправить, нет, им не дает. То есть, если у вас карта с 8-го этажа, только вот на 8-й можете подняться, никакой другой этаж. Бред, вообще лестница закрыта получается, чем номер не попадешь. В общем, одно спасение, прийти на ресепшн, взять карточку, хожу тут с ноутбуком, тапка, вот, чудеса. Попугай блуждающий. Вот там вот начиналось мое приключение. И вот так вот вдоль балкона оно продолжалось. Сейчас все хорошо. Я нашел путь спасения. Все, я свободен. Что, друзья, настало время достать дрон и полетать. А на самом деле нам уже завтра, послезавтра даже уже последний день. Я так ни разу не полетал на дроне. Вот сейчас вот полетал первый раз. А потому что здесь на самом деле высоко задирать дрон нельзя. Здесь проходят самолеты. Но запретная зона здесь тоже есть. Там, где вот этот вот арена, вот эта, олимпийская или какая-нибудь там спортивная арена, над ней вообще летать нельзя. И как только взлетаешь чуть туда, уходишь в ту сторону, сразу же пишут, что вы в опасной зоне, немедленно вернитесь. И как только поднимаешь дрон здесь выше, наверное, 50 метров, сигнал сразу же Wi-Fi отключается. Потому что здесь какие-то насосы, находится компрессор, территория небольшая у отеля, за территорию уже. Там вообще летать стрёмно, то есть там полицейские все время ездят, ходят. В общем, какие дроны будут, такие и будут. Вот. Я, конечно, стараюсь на максималке поснимать, чтобы интересно было понятно. Вот. Ну, с вас поддержка, лайк. Делаю все, что могу. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while I'm... Не показывал такую зону столовой. Днем показывали, это уличная часть, это из двери выходите. И заходите. Если у нас расстроены что-то, еще расстроены. Ну, так что сидеть, можно открыть навес, можно закрыть навес. Очень комфортно сидишь, что прям вот я вот вижу отсюда бассейн. Классный такой видок. Царица моя, вкусно тебе. Папа тебе, твой раб, машет. И тебе помашет. И себе помашет. И вам помашет. Погодка сегодня просто сказочная. До этого два дня было пасмурно. Отсюда прям шикарнейшее море, красивейшее. Прям лето. В отличие от лета, только одно, что летом это все прям зеленый-зеленый, такой ядреный. А сейчас он такой чуть-чуть такой светловатым кажется. Сероватый. Серо-зеленый, но бассейн всегда голубой. Погодка класс. Поэтому сегодня максимум контента. Что у нас после двух пасмурных дней сегодня просто шикарнейшая теплая погода, просто прям лето, шлепки одели, в майках, смотрите, какая красота на море, какой пенный сегодня. Я сегодня обязательно искупаюсь в этом море. У меня нет, сынок, лиры, только гривны были раньше, когда в Крыму отдыхали, теперь там рубли. Класс, да? Смотрите, какой потрясающий пляж. Длинный-длинный-длинный. Скалы. Вообще красота нереальная. Да, пупсин, красиво? Вообще класс. Давайте потихоньку переходить к плюсам-минусам отеля. Я думаю, что будут такие же завершающие видосики. Хоть нам еще чуть не 3 дня. На 3 дня мы поедем не домой. Мы, в общем, решили бросить наши билеты и поехать в другой отель. Скоро узнаете, какой будет отель. В общем, мы не хотим возвращаться. Такая шикарнейшая погода. Хочется подышать воздухом морским, чтобы дети подышали. И вот мы остаемся. Сейчас купили вчера обратные билеты. В районе 5000 человек стоит. Победой полетим. С багажом взяли. Без багажа вообще там за 3 с чем-то можно было взять. И я вообще оформил один билет бонусами за ТВТБ. Ну, расплачиваешься картой и начисляется минус. Давайте по минусам, конечно, то, что отсутствие прямого попадания на пляж, это, конечно, минус. Вот. Ну, для кого-то, может быть, это наоборот плюс, нужно погулять, походить, поснимать. Вот. Ну, есть лифт, сезон он работает, не сезон не работает, поэтому как бы, ну, все равно за отсутствие пляжа минус. Но это городской отель, как бы, ну, и цена у нее, естественно, другая. Вот. Поэтому
смотрите, учитывайте этот момент, что лифт не работает, придется по лестнице туда-сюда топать или вот такому спуску. В принципе, ничего страшного, прогуляться, ну, как бы лишний раз иногда задумываешься там. Ну, не пойдем на море, потому что там или не успеваешь, или еще что-то. Это время все равно по лестнице тягать, там, с коляской и так далее. Ну, поэтому минусочек. Ну, мы изначально знали, что здесь будет так. Ехали сюда, чтобы гулять, ходить. Поэтому учитывайте этот момент. В общем, минус-плюс. Вот так. Пока спускаешься к пляжу, можно насладиться такими горами, обрывами скалистыми. Сразу, да, ощущение такое свое, родное. Крым. Ну, я имею в виду, я просто в Крыму очень много был, раз очень много, я его весь сколесил, просто весь, то ли поперек, на Казантипе был, ох, как жалко, что я тогда не снимал, ох, я вам контента показал, ох, что там творилось, что там было, надо туда съездить, но Казантип там уже нет, он же мигрировал в другое место. Классно, идешь, наслаждаешься, виды суперские, конечно. Класс, да, смотрите, прибой такой, море шумит, ветерок. Бриз, смотрите, сколько народу сегодня на пляж, сегодня суббота, выходной день. Вот. Жители тут местные на велосипедах, и на самокатах, на скейтах. Классная, да, атмосфера? Вид потрясный просто. Пойдемте, пупсы. Давайте, наверное, сразу по питанию. Вот. По питанию, конечно, плюс. Это несомненно, если вы будете так на обрыве. Ноги туда свесили. Потому что немного выбора. Вот, но все есть, рыба есть, мясо есть, как городской отель, да, я показывал, сколько там всего. Пустяшки. В принципе, есть. Достаточно, то есть по питанию плюс, вкусная рыба, даже целая такая планичная рыба, чтобы удобнее разделать было. Котлеты, и такая рыба, есть такая. Есть котлеты, курица. Котлеты, там. Курица, да, овощи. Большой плюс, что пустяшки. Они оставляют, хоть и городской отель, они знают, что люди будут с собой брать, там дети, все, да, вот видите, дети у меня все время с яблоками ходят. То есть мы уходим, берем с собой яблочки, мандарины, то есть то, что оставляют целые фрукты, это тоже большой плюс. Кисточка, иди ко мне сюда, моя хорошая. Вот, поэтому по питанию плюс. Смотрите, какая высота. Видно вам? Вон люди сидят. Обалдеть. Ноги свесили. Не боятся. Влюбленные обнялись. Романтика. Любовь. Все горы сломит, да? И все сознание затмит. Главное, чтобы аккуратно. Ну, собственно, и наш минус отсюда виден. Да, лифт, который не работает. Вот. Лифт городской, я в первых видео грешил на отель, но не зря грешил, мне кажется, Рикса со своими 30 отелями, это потом еще, это турецкая сеть, да, у них здесь все связано, схвачено, да, свои связи, свои контакты, все наложено, но они могли бы спокойно себе позволить взять этот лифт, как минимум, на обслуживание у города, забрать его, да, сказать, что мы будем сами все ухаживать, сами там все ремонтировать за свой счет, вот, для сети Рикса это копейки, но для отеля это был бы просто большой, шикарный, жирный плюс, когда здесь всегда бы работал вот этот лифт. Потому что многие люди, когда смотрят, да, говорят, ага, лифт не работает, но кто-то не может себе позволить, там, силу возраста, здоровья, там, у многих, там, с коленами проблемами, низкие и так далее. То есть эту лестницу будет осилить тяжело. Ну и такой круголя навернуть тоже будет тяжело. Вот, нам, в принципе, нормально, я там, конечно, говорил в первых видео, ну, поднимаешься, хорошо, зато, как бы, там, калории сжигаешь, я реально в этом, на этом отдыхе, давай, зайка, девочка, у меня даже джинсы, спадают. Вот, надел джинсы вчера. То есть, как бы, ну, небольшой это минус, но все-таки минус. Вот, и поэтому Риксос, как бы, блин, мне кажется, мог бы под себя взять. Для них бы это был бы большой плюс к рейтингу, большое преимущество. Естественно, больше туристов. Они бы убрали вот эту часть, которая не едет. Они бы ее забрали бы, да, вернее, к себе. И они бы сюда ездили, если бы лифт работал каждый день. Вот, смотрите, сегодня выходной, суббота, народу сколько. Местные жители, отдыхающие. Атмосфера все равно здесь классная. То, что есть где погулять, да, давайте сразу по территории, там, внешней. И это, конечно, несомненный плюс, что всегда есть где погулять. Хочешь вниз сюда спустился, хочешь там поверху налево-направо пошел, где мы сейчас, видимо, мы шли. Вот. То есть, конечно, по наличию территории, площадок, это, конечно, несомненный плюс. Внешняя территория шикарная. Можно и снаружи туда, с той стороны выйти и пойти куда хочешь. Вот. Детки всегда есть чем заняться, площадка и все. Пойдемте дальше перемещаться. Сейчас мы плавно перемещаемся к пляжу. Вот. И не знаю, как летом, но зимой тоже минус отелю. Потому что пляж не работает. Есть там охранник, там есть туалет, который меня не пустили. То есть это большой минус того, что, ну, блин, это март месяц. Знаете, сколько там людей отдыхает, загорает. Могли бы выставить хотя бы шезлонги, можно бар не открывать, хорошо, там, набитки эти не ставить. Хотя они были платные, говорят, что в этом году, возможно, сделают
бесплатный бар на пляже, поэтому точнее этот момент. Вот. Но шезлонги я не могли бы поставить, тем более там есть человек, есть охранник, он мог бы их вынимать. По утрам вытаскивать шезлонги, люди бы отдыхали, загорали, вечером собирали. Нет, бар не работает. И это минус. Март месяц, да, середина марта уже. Знаете, какая погода теплая. Все купаются, загорают. Вот. Поэтому за бар минусочек, извините. Вот, на следующий год открывайте. Нет, во многих отелях вообще и зимой стоят шезлонги, ты пришел. То есть бывает и в январе хорошая погода, что можно даже позагорать. Пришел, лег, позагорал. Нет, дело не в том, что на гальке сложно лежать, а ну сам факт, да, того, что у тебя есть там своя атмосфера, тем более это как бы включено в отель. Могли бы сделать поэтому минус. Ну вот так вот мы на пляже, на гальке прям приходим, валяемся, прогреваемся. Процедуры, как в Крыму, такая фракция здесь гальки. Там она поменьше, она чередуется периодически. Смотрите, какие сегодня классные волны, шикарные. Сынок, класс. Это значит, что надо одеть. О, какие волны, плавки. И нырять в эту морскую пучину. Так, камеру главное оставить. Ничего себе там волнение. О, обалдеть, дети намокли. Детей смыло волнением. Это надо перебираться быстро туда, через такие волны. А была мысля, как обычно, занырнуть и оставить вот здесь камеру. Больше бы ее бы не было бы, этой волной бы ее смыло. Сынок, на, держи камеру, пап пошел купаться. Все, я пошел. Кстати, море очень волнистое. Вон, смотрите, как оно плещется. Балюша у нас очень сильно промокла, так что ей пришлось снять штаны. Поставьте за это лайк и подпишитесь. Вода огонь. Я дальше еще не мерил. По ощущениям градуса 20. Вообще супер. Ну, конечно, надо пойти померить водичку нашим профессиональным прибором. А вы пока наслаждайтесь этой морской пучиной. Заряжайтесь этими морскими эмоциями. А вот там, кстати, какую-то пену намыло. Ну, наверное, гальку обмывает, когда пена формируется. Ой, какой класс. Смотрите, вам прямо от первого лица эмоции морские. Так, что у нас там намерилось? Да, встаем. 18,4. 18,3, 18,4. Я ошибся. Я думал 20. В общем, не ощущаюсь, что она холодная. За счет того, что, наверное, температура сейчас солнечная, погода классная. Ну, класс. Да, нравится? Намочи чуть-чуть и выходи. Нравится тебе море? Давай быстренько намочи и обратно. О, джинсы только не намочи. Классно. Атмосфера, знаете, пляж такой безграничный. Хочу дрон здесь еще. Пролетит так. Как раз можете ее очень красиво сверху будет. У нас сегодня такой настоящий пляжный день. Лежи, играем в камушки. Смотрите, какое море красивое отсюда. Там прям видно, как пенится. Вам, конечно, видно? Пена, когда летит, пыль вот эта морская такая прям сдувает ее так вдаль, смотришь. Вот змеи воздушные пускают, такая вот атмосферная тоже. Ну, хорошо. Классно. Как вам кадры с дрона? Классно. Если кому надо полетать, можно в Москве тоже поснимать. У нас целая команда есть ребят с профессиональным оборудованием. Можно сделать красивые даже видеоролики презентационные, что угодно, рекламные ролики можно сделать. Классно поснимать все ваши объекты, проекты. Делать красивые киношные ролики. Что ты там нашел? Минеральный камень. Вообще-то минеральный камень – это и есть руда. Класс. Это и есть руда. Возьмешь с собой? Ага. Бабушке возьми. Ага. Передай бабушке привет. Привет, бабушка, если ты нас смотришь. И дедушке привет. Чайчик к нам в Турцию? Привет, дедушка. Давай на мотоцикле сидеть. Почему на мотоцикле? А здесь же только на мотоцикле есть. Ой, вот так вот видно. Тут можно угощения всяких приобрести. Носят тут кукурузу, чурчхелла, пахлава. Что-то не знаю, но что-то там на своем говорят. Не знаю, что носит, кто знает, напишите. Ну, чай, кофе вообще носят. К сожалению, чурчхеллы и кукурузки нет. Кукурузку я бы сейчас бы одолел бы. Ну, сучка. Атмосфера, конечно, классная.
пляжный настоящий, такой прям вот реально кайф. Лежишь, загораешь, так не хватает этого моря. Сейчас все, кстати, онлайн, прям в сторис укладываю. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, на Жанулькин инстаграм, чтобы все видеть онлайн. Ну и, конечно же, оформляйте у Жанульки туры, чтобы так вот отдыхать, загорать и купаться. Уже два раза искупался. Море 18 градусов. А, ну увидели, что я рассказываю. Валялись, мы позагорали. Слушайте, погода, да, когда такая классная. Прям вот уходить не хочется, уходим. Прям, знаете, прям так жарко. Там следующие дни вроде не очень хорошая погодка будет. Прям... Но атмосфера действительно такая летняя. Вот, лежишь, загораешь, тепло. Не хватает, конечно, чтобы прям жарко было. Но классно прям. Я два раза занырнул. Я уже говорил. Так вот, там все красиво, смотри. Наслаждайтесь, получаете эмоции, заряжаетесь этим морюшком, морской пучинкой, под капучинка, можно дом называть капучинка, и позаться морской пучинкой. Передается, нет? Пишите. Пишите, друзья. Поддерживайте видосы. Ваша активность очень важна. Вы не представляете, как она важна. Все ваши комментарии, лайки. И обязательно, вот, когда подписывайтесь на канал, тоже очень хорошо учитывается, помогает каналу продвигаться, нашему расти вместе с вами. Кстати, нас будет очень-очень много. Вы будете вспоминать и говорить, да, мы подписались туда, когда там было всего лишь 30 тысяч человек, а сейчас уже 3 миллиона. Будет так? Будет, будет. Тут я в кепке хожу, чтобы лоб не сгорел. Я тут так сгорел в первые дни вообще. Мазался и сразу сгорал. Такая атмосферка классная. Смотрите, да? Была бы такая дача, чтобы 2 часа доехал и на море, на выходные приехал, покупался, детки поиграли, побегали. Классно, да? И как бы к нам море привезти поближе? Тем, кто в Сочи живет, в Крыму, тем хорошо, в Украине. Всем привет, кстати. Всем с нашим странам, содружеством. И Казахстану, Беларуси, всем-всем привет, нас много где смотрят. Литве, Германия, Латвия, Рига, все нас смотрят. Всем привет большое. Поездка, давай, залезай. Велосипеды у них можно арендовать. Правда, все уже арендовали. Как пользуются спросом. Там, видите, можно приехать на скутере. Разрешено поставить скутер, велосипед припарковать. И гулять здесь по этому гигантскому просто. 12, что ли, километров по этой набережной и парку. Поэтому. Я вам рассказывал, какая есть атмосфера. Мы в будни ходили. Вот выходные, смотрите, кафешки. Сидят люди, все весело, играет музыка, кстати, за музыку сейчас бан сложно, надо быстрее говорить очень много, чтобы эта музыка не попадала к вам сюда. Это значит, YouTube нас просто права наложит или вообще ролик заблокирует. YouTube надоел, вообще вечно все блокирует. Такая атмосферка, доги бегают, доги большие. Вот так вот все классно, смотрите, все живенько, вот так красиво. Здесь есть туалет бесплатный. Музыка, конечно, наличие таких бродвеев, это несомненный плюс, вот этих улочек, вот этих... дорожек, морских дорожек, хочешь здесь, хочешь наверху, это, конечно, вообще 100% плюс этого отеля. Вот, то есть, ну, видите, здесь одни минусы вытекают в другие плюсы, то есть, вот так вот. Хочешь спуститься, минус, получи плюс здесь сразу. Риксос, Даунтаун Антари. В этом видео, наверное, не говорил, как называется, видите, атмосферка. Классно, там волейбольные площадки, эти теннисные корты, все есть. Все для людей, все, что хочешь. Классно, да? И у моря. Самое главное, что это все у моря. Боже, как я хочу, чтобы у нас так было. Круто в Сочи переезжать, наверное. Или в Турцию. Смотрите, какая атмосфера классная. Все гуляют, сидят в кафешках, на стульях, на качелях. Очень классная атмосфера, смотрите. Я так жил. Мы сейчас уже ушли километр, наверное, на 2. Сюда мы еще ни разу не ходили. Вот если, где мы вчера были, в Мигросе. Туда идет большая дорога, и вот сюда она приходит. Мы хотели вчера сюда спуститься, вот, сегодня пришли. Видите, как классно, прям на пляже так пикники устраивают. Очень, конечно, круто, очень атмосферно. Блин, я прям мечтаю так жить. Все, надо перебираться сюда, в Турцию, удаленно работать, гулять. Кайф, да? Там главное, воздух, это все так полезно для здоровья, для детей. Морской воздух, еще прям... Супер вообще, у меня даже слов нет. Здесь роллер-парк.
ощущение такое, как будто там метро. Вам тоже так может показаться, но это не метро, естественно. Там кафешки, магазинчики, кальянные. Ну вот, я не знаю, как вам это передать словами. Идешь, гуляешь, у тебя вот здесь вот море. Все вот это вот просто... Просто не передать словами, просто смотрите, наслаждайтесь. И здесь можно просто приезжать, мне кажется, в апартаменты, снимать вот там, или квартиру какую-нибудь снимать. Или купить квартиру, как делают многие русские уже. И наслаждаться жизнью такой турецкой, полезной, морской, вот этот воздух, все остальное. И вот там вот океанариум, Макдональдс. Куда дальше? Торговый центр большой, где мы вчера были, Мигрос и вот эти вот, не помню, как называть, в общем, большой, где сетевые магазины. Ну вообще сказка, сказка. Сказка и мечта. Самое главное, конечно, это не все, вот это самое главное, это вот море. Оно создает все это настроение, всю такую атмосферу. Эти здесь. И, кстати, я хочу отметить, здесь вообще нету алкоголя. Вот я хожу, никого не видно с алкоголем. Один раз мы на пляже видели, какие-то там ученики сидели. Так вот люди, вот смотрите, музыка, спорт, всем что-то занимаются. Там тоже вот тренировались ребята, девчонки. Такое ощущение, что даже как будто вечернее анимационное шоу даже здесь репетируют. То есть настолько качественно так люди все делают. Классно. Даже туалеты такие большие сделаны. Ходил с той стороны, так построен. Там туалет вообще. Не буду спускаться, заходить. Тут, знаете, мне чем-то напоминает Шарджу, когда мы были в Дубае, в Арабских Эмиратах. Там просто было песчаное. Вот если вот так посмотреть, Дубай. Вот так вот. Дымка такая, длинные-длинные набережные. Там тоже такая же была. Ну, конечно, все по-другому. Чуть-чуть тоненькие какие-то намеки есть. Ну, вот я имею в виду только вот так вот. Здесь, там, конечно, все по-другому. Такого нет в Эмиратах. Вот единственное, мы еще хотели на... Ну, так вот присматриваемся, если вот переезжать там, допустим, на несколько месяцев пожить в Турцию. Вот Анталию, как вариант, рассматриваем. И Аланию. Вот в Алании там есть пляж Клеопатры. Вот мы сколько раз были в Турции, да? Это все видео у вас, а вот... Еще мы же были тогда, когда еще видео не выпускали, когда не снимали. В Турции, в Египте, везде. То есть, ну, просто, не знаю, не считать все разы, когда мы были. И вот мне интересно, вот кто был в Алании на пляже Клеопатры, напишите, вот если сравнивать это с обстановкой в Алании на пляже Клеопатры, вот насколько разница, где лучше, где интереснее, что есть, что нет. Я смотрел на видео, как бы, частями, но все равно так вот полного понимания пока не приходит. Отсюда прям видно всю эту Анталию, она большая. Здесь Анталия, тут Анталия, все это Анталия. Сейчас еще дальше Утополис, смотрите, тут начинаются такие отели городского типа. Похоже чем-то на Мармарис начинается обстановка. Идет дорожка велосипедная отдельно. Речка тут течет. Вроде не вонючка, вроде не пахнет. Вот так вот. И здесь, кстати, уже скоро где-то рынок вот этот должен быть, который приезжает несколько раз в неделю, там меняется ассортимент, то есть рыбный, фруктовый. Мы хотим до него тоже как-нибудь добрести. Хотя не, я вас обманул, рынок еще дальше туда, через большую реку. Это не та речка, это просто ручеек такой, дальше туда еще. Да, вот она такая атмосферка. Сидишь, смотришь на море, пьешь чаек, кофе. Похоже Мармарисом чем-то, да? Посмотрел видосик. Площадки волейбольные, футбольные, трансформеры. Вот на карте вам хочу показать. Так вот мы сейчас протопали по пляжу. Это все у нас район Коньялты. Такой любимый русскими район. Можно нажать себе апельсинов. Ну, естественно, купить. Апельсиновую сачку свежевыжатого. Фрешика сделать. Все, и дальше идут туда бескрайние дали. Пальм, морей и океанов. А мы, наверное, сейчас развернемся и пойдем обратно. Мы здесь каждый день в основном километров по 10. Наворачиваю и с нуля с нами все это время на ногах. Пятеру тебе мужскую другой рукой, камушки там твои, все время с нами ходит. Первый раз сейчас он уже идет и говорит, побел стал, садись, сынок, на колясочку. Ну, я говорю, везде спорт, там отжимаются, там пальмы толкаем, в общем, все тут классно и здорово. Киса, пойдем домой, не затащишь. Мы пошли обратно, не траву рвать будем. Вот так вот в Турции все круто происходит, молодежи никакого алкоголя.
потом плюс. Опять плавно меняется на минус. И вот так с колясочкой после 5 километров прогулочки по лесенке. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Вот он, где этот минус проявляется. Продолжаем по нашим плюсам. Несомненно, то, что есть бассейн на улице, это огромнейший плюс. Да, вообще супер плюс. И есть, ну, как бы еще вот этот большой бассейн и вот эти пальмочки вокруг бассейна. Вернее, бассейн вокруг пальм тоже очень круто реализовано. Очень классно сделано. Вот, ну, вообще зона хорошая. Ну, единственный минус, как мало было шезлонгов. Могли бы побольше, надо было просить там их. Вот, давайте дальше по бару. Вот здесь бар. Тоже плюс, потому что, в принципе, все есть по напиткам, есть и алкогольные, и безалкогольные напитки. Обычно за музыку, за бань. Смотрите, по этому бару, в баре есть Red Label и есть Havana Club. Это вот такие вот импортные напитки. Ну, а все остальное, пиво, вино, шампусик, тоже все есть. Поэтому по напиткам тоже плюс достаточно, я считаю, что двух напитков, вот этих Red Label и Havana Club. И в других барах то же самое все есть. И очень классный, самый плюс, что вы можете вот так вот выйти из бассейна, если вдруг на улице прохладно, зайти прямо сюда в дверь и попасть туда. Можно попасть, конечно, и в тренажерный зал, а можно в баню, в спа попасть. Давайте я вам сейчас все покажу. Так, просили, вчера мне писали снять тренажерный зал. Я вам сейчас так покажу. Ну, здесь играет музыка, здесь надо либо много болтать, вот, либо, ну, либо я сюда ставлю просто свою музыку. Куча-куча беговых дорожек, эллиптические тренажеры. В общем, вот так вот, смотрите. Кто что любит, ставьте на паузу, разглядывайте. Тренажеры все новые. Вот, все такое современное. Тренажерный зал очень большой. Да, скамья для жима, скамья для пресса. В общем, много-много всего. Боюсь, за музыку нас забанят здесь, поэтому здесь будет другая музыка. Много-много гантелей. В общем, тренажерный зал, блин, большой. Смотрите, тренажеров полно всяких. В общем, заходите, поправляйте здоровье. И водичка, смотрите, полотенце, вода. Все как в лучших домах Лондона. Блин, за музыку, боюсь, бан схватим. Будется вырезать здесь, нарезать, поэтому вот так вот под музычку. В общем, даже зал хороший, много всего есть. Если что, ставьте на паузу, нажимайте там замедлить скорость. И можете все это посмотреть. Может быть, я так вот быстренько сделал. То есть там YouTube можно быстро. И здесь мы попадаем в спа-зону. Давайте я вам ее тоже покажу. Здесь есть отдельный женский спа, отдельно есть мужской спа. Сейчас покажу вам, что есть. Смотрите, сауна здесь 88 градусов. Вот такая вот теплый. Я на самом деле даже сам зашел погреться. То есть на улице пока снимал, на дроне что-то замерз. Панель плохо будет видно, но здесь красный цвет такой. Телек стоит, я первый раз в бане вижу. Телек. Печка. Слушайте, ну классно, очень вкусно пахнет. Классная атмосфера, не знаю, как на камере видно. Но супер. Это саун, здесь тропический душ. Такой прям грот, заходите туда, но вам не видно будет. Здесь бар, напиточки можно взять. Не знаю, на баре можно взять воду и чай. Никаких соков нету. Такие посиделочные зоны. Не знаю, как видно. Такая есть приглушенная атмосферка, приглушенный свет и хамам вот здесь. Вот так вот он выглядит. То все равно камера быстро потеет. Ну, вот такая спа-зона небольшая, но очень комфортная, уютная. Банька шикарная, вообще потрясающая. Это общая зона. Так, а вот еще есть вот такой хамам. Я ему полностью открою быстро-быстро. Вот так вот. И пахнет прямо мятой. 49 градусов. Steam Room она у них называется. Пойдем дальше. Это вот общая. А здесь еще есть отдельно женская. Ну, также, естественно, есть процедуры. Вот главный вход в фитнес. Здесь прям в своем видео такой вот это объемное получилось, да, я думаю, плюсы-минусы. Вот, но это я то, что я еще не снимал. Я вообще всегда стараюсь снимать. Практически всегда снимаю только то, чего я еще не снимал, чтобы не повторяться. Это Ladies Spa. Здесь только для девушек. Видите, как круто сделано. Но на самом деле, хочу сказать, что спа прям соответствует риксовским требованиям. Ну, прям вот риксос, да, прям вот классно. То, чтобы прям очень хороший, прям на спа, на хорошую пятерку. Немного, но все классно, комфортно. И вот такая приветственная зона спа. Это если вы будете заходить отсюда через вот эту лобби-зону. Вот тут лобби, а это как бы минус первый этаж. Здесь есть этаж G, а это нижний этаж LG. И здесь, кстати, еще есть целая зона отдельная.
я не пойду вас снимать. Здесь вообще этот отель даже практикует тему, что он приехал туда на лечение. Сразу заранее из России, когда вы летаете, оформить процедуры. Вам будут делать кучу процедур. Вот там выход к этому фонтану, чтобы вы понимали, где находимся. В общем, здесь прям как такая оздоровительный комплекс даже. Здесь даже ботокс можно сделать. Здесь вот реклама в лифтах висит. То есть тут прям целый медцентр. Наш любимый лифт, который без карточки на этаж вас не возит. У меня карточки нет, я отдал жене. Все, пойдешь на ресепшн, брать карточек. Вот он минус, первый этаж. Ну, с одной стороны тоже, конечно, это минус с этим карточками, кто смотрел. Я тут вообще попал в просак, вышел на балкон, там закрылась дверь, я вообще мог попасть домой, был тапчик. Ну, я считаю, что минус, могли подключить карточки, я делал того, чтобы с улицы не зашли, типа городской отель. Но тут хорошая охрана, всегда сидят люди. Вот, что лучше бы подключили они эти карточки, неудобно реально. Как сейчас. Ну, с другой стороны, подходите, на ресепшн, просите карточку и все. По номеру, конечно, все круто, очень нам нравится номер. Душ, все плюс, несомненный. Ничего, никаких проблем, никаких нареканий. Но единственный минус, что за этот вид на море мы заплатили 8 тысяч здесь по месту, поэтому если заранее вы забронируете из России, так будет дешевле. Там получалось 1005 вид на море, Sea View. Мы забронировали Land View, но там, блин, не Land, там Road View. Дорога просто жесткая. Выходит, там такая шумиха, а мы как бы любим вечерком посидеть, там детку ложить и все это на балконе потрендить, потрещать. Потому что я не успеваю выговориться на камеру, я когда говорю, мы хоть потом еще поговорить. Я же не говорю, давай сегодня вечером на балкончике еще поговорим, а там просто дорога, когда шумит, ее как бы не слышно. Шучу. Короче, бронируйте Land View вообще не бронируйте. Вот. Но если вы не любите на балконе сидеть, то можно тогда. Но все равно шумно, там, мне кажется, даже через балкон шум проходит. Вот, небольшое, но есть. То есть, при окошко вы не приоткроете, там просто с ума можно сойти. Поэтому, ну, приехали на море, лучше брать на вид на море. Номер вы уже видели, я вам уже показывал. Это наш Sea View. Ну, вы его тоже видели неоднократно, но скоро, поскольку будем прощаться с этим отелем, поэтому посмотрим, помашем. Лапкой тоже можно в комментариях, там есть такая лапа. Можно нажать, поддержать канал. Но сегодня, видите, такая дымчатая пасмурная погода. Вернее, сегодня хорошая погода, завтра будет пасмурно. Видно, что уже такой туманчик появляется. Готовится к завтрашнему охлаждению воздуха. Давайте дальше к нашим плюсам и минусам. Смотрите, сейчас мы пришли, сели. Да, зайка, тебе. Мы сели сюда, здесь были крошки на столе. Они не просто стряхнули крошки, они сами без разговоров просто поменяли вот эту скатерть полностью. То есть сняли, то есть, хотя она была чистая, были просто крошки. Это, конечно, плюс, то, что сервис такой все чистенький, культурненький. Не то, что Мардан Палас, вы видели. Поэтому за сервис плюс будет. Иногда, конечно, бывает, что пару раз такое было, что они берут заказ и уходят. Больше их не видно было в начале, такое было. Так, в общем, ничего. И, конечно, вот там на баре, где... я там про это потом покажу. Хотя нет, вот там на баре, где вечер, бармены просто зашиваются. Там обычно два бармена работают на всю эту, на весь большой зал. И на бар народу много, и они просто не справляются. Иногда к бару подходишь и ждешь минуты, не знаю, 5, 7, 10 можно стоять. То есть и официанты могут там воду нести минут 20. Потому что не забывают бармены просто все выдавать. Поэтому чуть-чуть, конечно, добавить персонала им туда, на бар. Ну, здесь ресторан вроде нормально хватает. Вечера интересные сегодня с скрипкой. Сейчас за музыку все сложно. У YouTube даже вот такую живую музыку иногда выделяет оттуда музыку из слов и тоже, блин, присылает права. Вот ограничения на видео их блокируют. Поэтому за музыкальное вечернее сопровождение тоже плюс. Но иногда вообще через вечер получается. Один вечер живая музыка, другой вечер ничего. Иногда просто пианино бывает. В общем, как чередуется, иногда два дня подряд, три, в общем, непонятно. За вечернее оформление отеля тоже плюс, очень все красиво, светится, все подсвечивается зелененьким, фонтанчики вот эти маленькие, в общем, классно, бассейны, все это светится, в общем, вечернее оформление тоже плюс этому отельчику. За кошек тоже плюс, здесь очень много кошек, вот очень много. Кошки тут бегают, ну, видимо, их держат, чтобы они там мышей ловили. Может, скорпионов даже. Потому что раньше в Турции бывали скорпионы. Сейчас вот в последнее время вообще не слышно таких случаев. В Кемере вот были скорпионы. Жанна сама видела на балконе заползла. Чё разбудили-то? Здесь дискотека. Кошка, иди на танцы. Кот, коктейльчику. Такие здесь иногда делают коктейльчики, таких резурков. Ha ha ha.
в этом отеле завершающий, конечно, по питанию и по ресторану, я думаю, плюс ставим. Все очень вкусно, все хорошо. Всегда есть рыба, всегда есть мясо. Сладкое, десерты. Дети всегда довольны. Все вкусно. Что пока вкусности, пока сладости, соленье, коренье, варенье. Не, правда, все очень было вкусно. Я прям здесь даже на рыбку подсел, на целую, на кусками, которые прям мне прям очень нравятся. А мы что, завтра уйдем? Да. Так не домой, а в другой отель. Так что у вас будет продолжение. Все, увидите интересные видосики еще. Да, будем один день. Что, это наш последний вечер был? Нам здесь вручили ноутбук. В общем, это жаль, отдыхающие забыли ноутбук в другом Риксосе. И что классно, что одна сеть, и они, в общем, за одной сети прислали из одного Риксоса, из Риксос премиум билет, прислали нам все ноутбук. И мы его повезем с собой в Москву и передадим жальным отдыхающим. Поэтому такая служба доставки, если кто-то забыл, пишите, мы здесь часто захватим ваши вещички, привезем вам обратно. Поэтому у нас с нашего канала большая польза. Не только информационная, но и логистическая. Что, мы прощаемся с этим классным видом, с этим отелем. Да, Пусь? Да, тебе понравилось? Едем в другой отель, поэтому у вас будет скоро продолжение. Да, секретинка, помогу зайти. Будем всю неделю там. Всю неделю будем тусить. Да, да, можно, пойдем. Все, пока-пока море, пока набережная. Пока. Пока отель. Все, пока, ребята. Я, кстати, что-то начинаю скучать по этому отелю, который вы сейчас. Друзья, не забывайте принимать решение всегда по поводу отелей. Не досмотрев все видео до конца, обязательно смотрите все видео с плейлиста. Потому что в конце мы подводим итоги, плюсы-минусы. Не забывайте, главное, что это городской отель считается. Здесь пляж, вон тот находится на уровне 50 метров вниз. Нужно по лестнице ходить, потому что лифты не всегда работают. Сейчас зимой они не работают. Бывало случай, что и летом они не работали. Поэтому учитывайте всегда эти моменты. Прежде чем принимать решение, с первых видео никогда не принимайте решение, потому что есть бывают нюансы, которым очень важно. Все, мы отправляемся в следующий отель. Все, собрали все вещички. Пока-пока. Номер. Вроде так недавно сюда заходили, но уже уходим. Давайте напоследок вам еще таких сочных кадров, солнечных, с бассейна. Яндекс пишет плюс 18, что дождик будет, а небе облаков нету, я тут джинсы напялил. Последние теплые кадры, и сейчас будем уезжать из этого отеля. Пишите, как он вам понравился, не понравился. Вот, обязательно подписывайтесь на канал, как обычно. Ставьте, как обычно, лайки, дизлайки, комменты пишите. Вот. Ну и по традиции не обращайте внимания на ми... Как обычно, по традиции я должен задать себе вопрос, а приехал бы я еще раз в этот отель? Ну, здесь двоякое мнение, на самом деле. Я вот, наверное, все-таки больше склоняюсь к тому, что когда собственный пляж, это лучше, это комфортнее. Но с другой стороны, от таких отелей, как бы, ну, даже за 10 дней можно очень сильно устать. Все опять зависит от сезона. В общем, здесь такое двоякое мнение. Сюда в отель я вернулся, отель сам по себе хороший, все вам понравилось. Вот. Ну, опять же, надо смотреть, что я захочу от отдыха. Если я захочу вот так же ходить гулять по Анталии, чтобы все было активно, то сюда приехал бы. Если бы захотел лежебоку там какую-нибудь устроить, на пляже поваляться, полежать, то выбрал бы другой отель. Поэтому отель хороший, вернулся бы, если надо было бы. Вот, поэтому и вы учитываете обязательно все параметры, которые вы хотите от отдыха получить. Вот, и что вы хотите от отдыха, и делайте уже свой выбор. Вот, а так отель рекомендую, отель хороший, все очень понравилось, все видели сами, все плюсы и минусы. Все, не замечайте на отдыхе никаких мелочей. Старайтесь получать только положительные, позитивные эмоции. Заряжайтесь энергией солнца, воздуха и моря, конечно. Все, огромное всем удачи, хорошего отдыха и пока. Вот, давай свои фирменные. Пока, давай. Нет, давай свои фирменные, пока. Пока. Ну скажи удачи, всем пока, ребят. Всем пока, ребят. Все, всем пока.